Найти дело по сердцу, реализовать свои способности и сделать успешную карьеру. Такие большие планы на будущее строит совсем еще юная, но смелая и решительная героиня нашего сюжета Дарья Черная. Вопрос, с каким видом деятельности связать свою жизнь и в какое учебное заведение поступать, перед ней не стоял. С детства девушка мечтала о карьере дизайнера одежды. Но начинать нужно с малого, убеждена первокурсница Брестского государственного профессионального лицея легкой промышленности. С раннего детства я любила шить, и в конце 9 класса я все-таки подумала, что хобби должно приносить не только моральное удовольствие, но и финансовое благосостояние. И тем более швея, портной закройщик – это те профессии, которые самые актуальны на данный момент в Беларуси. В город над Бугом Даша приехала из города Пружаны. Поступить в Брестский лицей легкой промышленности было не тяжело, рассказывает первокурсница нашей съемочной группе. Балл аттестата был самый высокий в группе. Она тут же нашла друзей и единомышленников, а это еще больше вдохновляет и подтверждает тот факт, что выбор сделан правильно, говорит девушка. Я смогу создавать свои бренды, создавать какие-то новые дизайны, то есть буду в курсе самых модных и актуальных вещей. И смогу шить одежду не только для себя, но и для своих близких. Также смогу работать на дому. И, в общем-то, я считаю, швея, портной закройщик – это самая лучшая профессия. В этом учебном году студенческая семья лицея пополнилась на 140 первокурсников. Всего около 400 студентов сегодня проходят обучение в лицее. Сегодня это современное учебное заведение с востребованными специальностями на белорусском рынке труда. Швея, портной, закройщик, агент по снабжению, оператор электронно-вычислительных машин и другие профессии постигают брестские и иногородние ребята в стенах этого места. Самыми востребованными из них в этом году являются специальности оператора ЭВМ и агента по сбыту. Наши выпускники продолжают дальше обучение в колледжах, высших учебных заведениях. Ну и вообще данная специальность, профессия, полученная в стенах нашего учебного заведения, она просто помогает по жизни. Шить, ремонтировать. Ну, как для себя это всегда пригодится в жизни. Профессии, которые пригодятся в жизни, в любом случае профессии, которые дадут старт и придадут импульс для покорения новых вершин. Все это дает Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности.